поезд наш единственный выход. Охотники, поспешим.
Thank you.
ты молодец. Доктор Борисов, прием. Доктор Борисов, как слышите? Сомневаюсь, что сигнал вообще проходит. Мы почти у борта. По словам Борисова, бомба Е-99 находится на грузовом корабле «Жемчужина». Нам повезло, что поезд устанет, а то пришлось бы идти пешком. Я рада, что мы встретились раньше. Пусть это и станет самым страшным эпизодом моей жизни. Ступайте вперед и найдите корабль. Я останусь здесь и попробую связаться с доктором Борисовым. Поспешите, Демичев наверняка близко. Thank you.
подходе. Осторожно. Помните, на корабле введен строжайший карантин. Thank you.
ты жив? Я потеряла твой сигнал на пару секунд. Я связалась с доктором Варисовым. Капитан Ренко, похоже, попал в очередную временную аномалию. Видимо, из-за бомбы Е-99. Оказавшись в воде, снаряд стал нестабильным. Итак, корабль затоплен в порту. Что будем делать? Все просто. Ренко использует МВП. Капитан, на пристани есть поврежденная платформа-усилитель. Восстановите батарею, что находится под ней, и вы сможете поднять жемчужину.
Капитан, у вас получилось! Вы подняли корабль! Мы видим его отсюда! Мы с Кэтрин направляемся в порт, но не ждите нас! Бомба находится в грузовом отсеке под палубой! Рэнко, поспешите! Демичев не мог не заметить всплытие корабля! Я слышу шум вертолетных роторов! Капитан, учтите, МВП действует на большие объекты вроде кораблей лишь короткие.